Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся на картодроме «Лидер», Московская область. За моей спиной очень интересная трасса, на которой мы продолжаем испытания наших картингов, которые изготовлены на базе Рима. Испытываем сегодня два мотора, 3 киловатта и 5 киловатт, DA90SM и DA95S. Это новый мотор. И я вам скажу, пилоты сегодня уже прокатились, профессиональные пилоты остались очень довольны. Нас накрыл дождь, и, как сказали ребята, в дождь они ведут себя намного лучше, электрическая техника в дождь ведет себя намного лучше, чем бензиновая. Но сегодня я не об этом. Сегодня я могу сказать совершенно точно, что это очень успешные уменьшить расход батареи в 2 раза, то есть увеличить пробег. Сегодня на 3-киловаттном моторе DA90SM пробег составляет 6-7 заездов по 10 минут. Можете себе представить. Если говорить кратко, то карты получились очень хорошие, моторы тяговитые и, что самое важное, на мой взгляд, у них очень правильная развесовка. То есть, если мы возьмем любой карт, который является прокатным или спортивным, но на двигателе внутреннего сгорания, то там вся масса смещена немного назад и на правую часть. В то же время здесь, ввиду расположения аккумуляторов, ввиду расположения мотора, развесовка по осям получилась достаточно сбалансированной, поэтому из любых поворотов можно выезжать в полный газ. Что еще очень показалось необычным, так это то, насколько вообще быстрый отклик на педаль газа. В любой прокатной технике газ нажимаешь, сразу начинается какая-то задержка, пока мотор раскрутится, пока сцепление схватится, это занимает время. В то же время здесь газ нажал, сразу машина поехала вперед. Моментальный отклик, и это очень, на мой взгляд, интересная особенность. Если более глубоко копать, то в то же время можно пока уточнить по поводу общей массы машины. Если сравнивать с тем же Sodi Sport, который аналогичен по мощности, то мы имеем выигрыш в весе где-то приблизительно 20 килограмм. А это значит, что можно тормозить позже, можно раньше открываться на выходе из поворотов и можно сохранять большую скорость прохождения через сами повороты. Если подытожить, то машины получились очень интересные, управлять ими довольно просто. И у них есть несколько довольно интересных мелочей по типу заднего хода. То есть не надо больше корячиться с тем, чтобы выехать откуда-то, не надо вытаскивать машины голыми руками. Можно просто сесть, переключить тумблер, и она все сделает сама за пилота. Хорошая машина, очень даже понравилась. Едет достаточно хорошо, то есть прям скорости хватает. Торможение, разгон, все прям очень даже хорошо, все работает прям очень хорошо. На выходе из затычных поворотов, всяких там крутых поворотов, никаких проблем нету, никаких задержек, ничего. То есть газ нажал, она сразу поехала, сразу едет хорошо, очень даже бодро. По тормозам, тормоза тоже хорошие, то есть можно приноровиться немножечко. Вот, тормоза более-менее хорошо работают. Вот, что касаемо развесовки и руления всем картам этим. Очень хорошо, очень понравилось. Рулится на уровне где-то спортивного картинга вроде Rotex на спортивной резине. То есть рулежка очень хорошая, развесовка очень идеальная. Единственное, можно сделать влагозащиту и в дождик, плохую погоду. Эти машины будут очень-очень востребованы и очень будет хорошо ездить. Так, в целом машина очень сильно понравилась по сравнению с нашими 9-сильными картами. Прям на уровне держится очень даже хорошо. То есть даже в чем-то выигрывает.